Золотая шайба у Шклові. Райцентр вітає удельников областного этапа республиканских спаборництв по хоккею сярод дзяцей и подлетков на призы президента Беларуси. У первый день на лед вышли команды молодших игроков со Шклова, Горок, Бобруйска и Могилева. На Шкловскую лядовую арену юные хоккеисты, аматоры турниру «Золотая шайба» выходят в другой год. Сёлета гульни турниру открыли господары у встречи с командой областного центра. Первый поединок у дивизионе, а завершился перемогой шкловских хоккеистов. Занимаюсь я более уже, наверное, 3 года. И соревнований было у меня много. Победы были? Были. И приличное число побед было. У нас есть свои тактики, схемы. Делаем упражнения, которые помогают нам больше забивать шайб. И так мы иногда побеждаем, иногда бывает и плохая сторона, то, что проигрываем. Великий штуршок до перемоги юным спортсменам дают их мары, бо золотая шайба может открыть для хоккеиста великий шлях. Я мечтаю стать вратарем команды ЦСКА. Что дает ребятам золотая шайба? Это большущий шанс и возможность проявить себя и показать свои навыки, умения, которые у них появились. Потому что золотая шайба – это же как бы тот, кто умеет играть, тот, кто умеет кататься. Это же не обязательно дети, которые зачислены в детскую спортивную школу. Это любой желающий, кто стоит на коньках, может показать себя. Где-то проявиться, где-то чтобы заинтересовался ими тренер и пойти дальше. Это большая возможность для ребят. У встречи команда у Сгорок и Бобруйску мощнейшими стали городские спортсмены. Какие у вас впечатления после игры? Ну, даже не знаю, ну, они так плохо играли как-то, ну, их легко было победить, ну, впечатления хорошие, так поиграли, там, повозили шайбу, там, побросали, позакидывали. Ты много голов забил? Да. Сколько? 4. Я дал 8 голевых. Да вообще супер просто. Я никогда в жизни так игры не видела. Первый раз на соревнования, конечно, новые эмоции. Новое ощущение, не то что тренировки. У остатние дни спаборництва на арену выйдут старейшие удельники дивизиона А и команды детей и подлетку у дивизионе Б. По выниках хоккейных баталий переможцы представят Могилевскую в область у республиканским турниры. Юлия Шлыкова, Миколай Соболев, новины региона.